Вместо выжидательной позиции Казахстан инициирует амбициозную программу, направленную на будущее, заявили в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Спустя месяц после появления послания президента Нурсултана Назарбаева Нурлыжол, глава ООН Пан Ги Мун выступил на Генеральной Ассамблее с докладом «Путь к достойной жизни 2030», весьма созвучным с казахстанским видением перспектив роста. Наш собственный корреспондент США Майра Кабиева расскажет подробнее. Здесь не принято обсуждать или комментировать послания глав государств своим народам, их программные речи и национальные проекты. Эксперты ООН стараются деликатно обходить эту тему, ссылаясь на другие 192 страны, которые являются членами этой уникальной международной организации. Но послание казахстанского президента оказалось весьма актуальным и отражает возможные пути достижения устойчивого социального и экономического роста в соответствии с документами ООН. Об этом в своих письмах в адрес постоянного представительства Казахстана при ООН в Нью-Йорке написали руководители международной организации. Послание Нурлыжол соотносится с предпринимаемыми сегодня международными усилиями по определению будущего для всего мира. Ваши усилия на национальном уровне являются частью международной политики. В нью-йоркской штаб-квартире ООН обратили внимание, что декабрьский доклад Пан Ги Муна в Генеральной Ассамблее «Путь к достойной жизни 2030» совпал с целями и задачами программы Нурлыжол. Помощник главы ООН, региональный директор программы развития организации Джейхан Султаноглу отмечает своевременность послания с точки зрения укрепления партнерства между казахстанским правительством и представительством ООН в Астане в подготовке очередной страновой программы для Казахстана на период 2016-2020 годы. Руководители ПРО ООН намерены принять активное участие в работе регионального хаба, предоставить техническую помощь, включая поддержку по созданию механизма мониторинга и отчетности. Как всегда, вместо выжидательной позиции Казахстан предпринимает меры и инициирует такую амбициозную программу, направленную на будущее. Программа развития ООН готова поддержать реализацию послания в рамках имеющихся средств. Мы уже работаем с правительством Казахстана по реализации проектов на региональном уровне. Мы будем стремиться, чтобы пользу от программы почувствовало население на местах. В 2015 году на различных площадках ООН будут рассмотрены отдельные положения казахстанской программы Нурлыжол. Майра Кабиева, Майк Джоэл, Нью-Йорк, США.